Ну что, друзья, всем привет. В общем, осталось 10 кубков до 500 на Шелли. Играю в режим Штольня. Безумный режим, безумная карта для Шелли, потому что чем ближе 20 ранг, тем люди умнее. И они берут тех, кем можно контрить абсолютно там все. Это Бо с пассивкой, и это, собственно говоря, динамайки, барли, метатели. То есть, если подберется 3-4 динамайка на карте, они затимятся и просто разорвут всех в первую очередь, а потом только будут между собой пвпшиться. В этом и сложность, но надеюсь, у меня все получится. Также, ребят, в прошлом ролике я просил 10 тысяч лайков, а вы собрали 15. Я в ахере, я просто в ахере, отвечаю. Я не знаю, как вы это сделали, вы один ролик выбили в тренды по видеоиграм, 44 место. Просто пушка, вы взорвали, просто взяли и взорвали. Я вам должен теперь потратить 1000 гемов, я слово держу, рассказал, значит сделаю, ждите сегодня ролик. Мне, конечно, неудобно просить у вас снова такое количество лайков, но хотелось бы... Ладно, в следующем ролике попробуем перебить рекорд, ну а в этом давайте еще раз попробуем 10к. Блин, пацаны, я увидел свой ролик в трендах, это так классно, это так приятно. Вам-то что стоит поставить этот лайк? А для моего канала, для ролика это огромный плюс. Поэтому, если не сложно, ставь, если сложно, я пойму. Ладно, поехали сейчас в бой, значит, смотрите... Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Буду играть в соло. Тактика заключается в следующем. Если я появляюсь, вижу динамайка, мне сразу-сразу надо каким-то образом проникнуть в середину, в центр. Вот, и не бегать, собирать баночки. Так, ну я сейчас в углу. Рикошет, ну забиваю, забиваю на рикошет, пускай забирает. Так, хорошо, пару выстрелов сделал. Все, идем строго в центр, строго в центр. Еще один выстрел я сделал, урон не получил. Все, я в центре. Это уже 30% победы. Тут у меня небольшой шанс встретить Була, Шелли, потому что их тут редко берут. Поэтому я, ну, пока что в безопасности. Но видим, что тут Бо. Это даже чуть похуже, чем Бул. Слева, смотрите, Барли. А справа, блин, только хотел его добить. Смотрю, АФКшит. Так. Так. Еще 9 бойцов. Так, отлично, я уже скоро активирую ульту. Скоро активирую ульту, еще один выстрел и ульта моя. И ульта моя, вот она моя ульта, все, уничтожаем Бо, быстрее уничтожаем Бо, он раскидал там мины, надеюсь, я не взорвусь. Зайдем с другой стороны, осталось 5 бойцов, отлично. Так, собираем все банки, все. Так, теперь стоим тут, забираем сейчас Була. Ах ты ж, зря я спалился, ульту не нафармил. Ну, ему туда идти смысла особо нету. О, отлично, вот это хорошо он сделал. Это хорошо он сделал. Так, забираем вот эту баночку. Есть. Так, осталось мне накопить ульт. Ай-яй-яй-яй-яй. Палят гады, палят. Ну, вот сейчас трудно, я не знаю. Скорее всего, я сейчас отъеду уже. Ульты нет, если бы была ульта, было бы гораздо проще. Было бы гораздо проще. Так, мне главное, чтобы, блин, спалили, спалили. Ну как он спалил меня? Ну, гребаный ты мудак. Просто снизу динамайк, а сверху по бокам два барли. Жесть просто. Просто жесть. Так, ладно. Ладно. Два кубка тоже нормально. Еще 8 трофеев. Блин, ну, была бы ульта, я бы подошел к одному из рикошетов. Я их, как их, барли назвал? К одному из рикошетов и через стенку бы его убил. Я бы хотя бы третью позицию занял. Это плюс 4. Плюс 2 это не особо много. Но вы знаете, сейчас может быть все что угодно. Я могу отъехать первым и словить минус 7. Такое очень вероятно. И шансы на это большие. Потому что, ну, если сейчас вот, допустим, там динамайк с барли меня зажмут. Так, ну это изи сейчас будет. Это сейчас будет изи. Изи. Ну, как изи? Такое, знаете. Так, так. Все, я постою тут пока что. Не-не, мне надо куда-то... А, рикошет.
Блин, Буа, куда деться? Все, рикошет. Все. Это вот, вот тот случай, когда я отъеду первым. Это тот, именно тот случай. А нет, смотрите. Фак, я думал, они сейчас объединятся с этим, с Динамайком, и меня убьют. Но как мне повезло, что рикошет пошел на Динамайка и меня не убил. Оп-о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 п. Там минус Бул. Так, хорошо. Ой, минус рикошет. О, хорошо. Убили Була. Это прекрасно. У меня есть ульта. Так, кто у нас там остался? 5 бойцов. Ага, смотрите. Блин, вот бы их... был бы я вот там, посередине, я бы сейчас и на изи бы... На изи бы ультой их затащил. Так, ну, пока что нормально все. Пока что все нормально. Я тут на... в нормальном месте. Бо, ну ты прям нарываешься на неприятности, реально. Но я сейчас же выйду. Оп, хорошо. Сейчас динамайки будут подходить. Сейчас они будут подходить. И я сразу на них вылечу с ультой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, я извиняюсь за такой оранжевый экран. Это все из-за... это все из-за... Ай, сейчас, сейчас уберу этот оранжевый экран. Охренеть просто. Это, ребята, из-за освещения плохого. Так, все, замедлили одного, замедлили второго. Пам, пам. Ай, живу, 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 живу. Еще 4 бойца. Ребят, пока что буду оранжевый, как я не знаю кто. Так. Ну тут без ульты я его убиваю. И остались 3 бойца. Так, кто-то взорвался. Оп, и убиваем Бо. На ЕС. Кто там остался? Бул. А-а-а, чуть-чуть не хватило. Ё-моё, какой я красный. Это все из-за того, что ОБС меняет постоянно этот. Все, сделаю вот так вот. Вот так вот я не буду красным. Я извиняюсь, ребята. Это из-за плохого освещения. Просто думал, ну день, зачем включать свет. Оказывается, включать свет надо, потому что на камеру видим. 2 кубка осталось. мои любимые вот эти челленджи. Смогу я взять 500 кубков, когда остается, по сути, одна игра? На самом деле, в Штольне Шелли проще апать, чем Була. В конце. Так, поехали. Так, убираем вот этот желтый экран. Но все равно какой-то немножко желтый я. Ну ладно, забейте. Извините, ребят, что такое качество вебки. На следующий ролик исправлю. Просто красный, как этот. О-о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 . Вот это то, что надо. Вот это то, что надо. Это то, что я люблю. Пам, 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 пам и пам. Так, уже 8 бойцов. Мне нравится то, что Бул есть на карте. Так, Динамайк убил Бо. Это тоже прям шикарно. У меня 4 баночки, это хорошо. О-о-о-о-о-о-о. Смотрите, смотрите, сейчас будем просто уничтожать. Бул, ой, Бул ушел. Ладно, я постою тут. Я постою тут. Вот тут постою, вот тут. 7 бойцов, у меня 4 банки. Найс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, куда ж ты забежал? На, знал бы, что он выйдет, я бы сейчас ульту на нем накопил бы. Так. Ну это хорошо, надо, чтобы Бо агрился именно на Була, а не на меня. Все, у меня есть ульта. Любой, кто подойдет, просто вынесу сходу. Так, еще Дэрил есть, отлично. Это хорошо. Ах ты падла такое. Ой, какая прелесть, просто 2 зайцев на нах. Классно. Обалденно. Так. Так, остались... Пойду Дэрила, наверное, вынесу. Будет мешать мне. На нем ульту накоплю. Ну, Дэрил, ну дай ульту накопить, ну... Собака такая. Сразу на лапу дал. Так. Ну, погнали, я тупо на него пойду. Нет, наверное, надо лучше на Динамайков. Или нет. Не знаю, что делать. О, о, один динамайк чуть не отъехал. Давайте, короче, вот так вот делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте ультуем во все стороны. Ну все, ребят, все, все, это плюс 2 кубка. Я выиграл. Но я постараюсь топ-1 взять. Нет, динамайк, отвали от меня. Отвали от меня, я сказал. Они что, затимились? Вы что, мрази? Вам кто такое разрешил? Давай, Дэрил, подходи.
На, топ-1 просто в блин. Топчик, просто топчик. Просто топчик. Сколько кубков у меня сейчас будет? 505 кубков. Найс, найс. Поздравьте меня. Поздравьте меня с этим. 505 кубков. А теперь у меня, сколько, 4, 6, 8 персонажей на 500 кубков. Я вчера апал на стрибе Брока на 500 кубков, но запись не записалась, лаги были. Поэтому на Броке я запишу еще ролик, где я буду отдельно катать на 500+. Ставь лайк, если хочешь. Блин, ребят, сорян за вебку, честно, честное слово. Если я включу вот так вот освещение, я буду мега-оранжевым. То есть, понимаете, я просто не включил освещение в самой комнате. Поэтому, ну, сорян, что я какой-то меню. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новый выпуск. До новых встреч, скоро увидимся.